В Останке. В школе телеведущего Ольги Борисовны Спиркиной. Эту встречу мы ждали очень давно и долго. Наши дети, творческие коллективы «Ангелы надежды», они очень многие мечтают стать телеведущими, освоить эту уникальную профессию. На первый взгляд нам кажется, что это очень легко и просто. Вот сегодня мы поймем, насколько это легко, просто или сложно. Спасибо огромное Ольге Спиркиной, Ольге Гиверской за то, что они нас пригласили и дали нам этот уникальный шанс послушать и посмотреть и научиться мастерству телеведущего. Мы очень рады, что сегодня нас пригласили в очень замечательное место. Это школа Останкино. И пригласили нас Ольга Борисовна Спиркина и Ольга Гиверская, чтобы мы познакомились с работой телеведущих, за кадровой жизнью. Вот у нас стоит Марат, один из ангелов надежды. В детстве мечтал стать журналистом и телеведущим. И мы надеемся, что, получив сегодня уроки, как быть телеведущим, мы сможем ему помочь осуществить мечту. Меня зовут Марат Файзулин. С детства мечтал стать телеведущим. Мечтаю поступить, учиться на Станкина. С детства танцую в коллективе «Ангелы надежды». Очень благодарен Алене Орлове за помощь. И я очень рад сегодня прийти на мероприятие. Вот. Будем учиться. Очень интересно. Какие все радостные! Эй! Сразу видно, что телеведущие – будущее. Каждый попробуйте работать в кадре. Все же думают, что это так легко сесть и начать что-то говорить. А на самом деле это большая-большая работа. И сегодня вы находитесь в школе телевидения Останкино ТВ, которую возглавляет Ольга Борисовна Спиркина. Ольга Борисовна – это известная актриса, телеведущая, режиссер и, естественно, журналист. Теперь, когда вы будете смотреть телевизор, вы будете всегда ждать, когда же вы увидите Ольгу Борисовну Спиркину. Она очень часто выступает экспертом на всех федеральных каналах. Плюс у нее своя программа. Ну, а многие ее знают как актрису, сыгравшую в сериале «Ранетки». Иногда, да, «Поле чудес». Здесь же у нас ходит Иван Ургант. А кто у вас, любимые? Иван Ургант, да. А кто у вас любимые ведущие? Леонид Якубович. Якубович, раз. Иван Ургант. Иван Ургант, два. Да-да-да, Максим. Лера Кудрявкина. Лера Кудрявкина. Максим Галкин. Да-да, Максим Галкин. Пелагея. Пелагея. Полина Гимовна. Гагарина. Гагарина. Полина Гагарина. Да. Так. А жди меня, когда я туда знаю. А где Лазарев? Сергей Лазарев, да. А вы знаете вообще, кто... Да, можно встретить. Здесь можно встретить вообще всех известных. Вот вы же коллектив, и у вас команда. У вас есть руководитель, Алена. Есть концертный директор, Наталья. Есть замечательная помощница, Татьяна. Правильно я назвала? Да, да, да. Да. Смотрите, и у вас команда. И это очень здорово, потому что без команды на телевидении вообще невозможно прожить. Это знаете, как в мультике, один за всех и все за одного. Так вот, кто у нас работает на телевидении? Это режиссер. Я отвожу в соседнюю комнату, мы на вас одеваем микрофон. Микрофонов есть несколько видов. Тот микрофон, который будем одевать мы вам,
Называется петличка, то, что цепляется маме. Да. Она что-то там искала. Мне показалось, что она замаскировалась. Но я не стала ее трогать. Подумала, что она будет ядовитой. На меня она плохо повлияет. Поэтому поплыл дальше. Стоп, мотор. Ну и торговый центр, кинотеатры. Но мне больше нравится путешествие и в Макдональдс ходить. Там очень много забавных вещей. И всегда откроется много нового. И я не люблю куда-то долго ездить. Например, далеко, что мне уже надоело это все. Я с мамой, и ты еще майоты. А папа, Машка и братиком остались дома. Там было два бассейна и один пляж. И я видела ты синий. Первый бассейн внутри, а во второй на улице. Потом она уже прошла, но потом, когда поближе понюхают, кажется, у нее аллергия, там красно все. Все, совала, Кем ты хочешь стать? Хочу стать актрисой и певицей. Актрисой и певицей. Сколько тебе лет? 8. В каком ты классе? Во втором. Теперь у нас хочет Полина задать вопросы. Тебе сколько лет? Мне сейчас 9 лет. И хочу я быть умной и красивой. Мамина улика носит чатритом, мамина улика не нужна во всем, мамину улику всем я подаю, мама страшная, я тебя люблю, мама страшная, я тебя люблю. Практически на каждом углу появляются торговые палатки с невозможными шоколадными изделиями. А посетителям предлагают различные вариации. Я сейчас нахожусь в школе Тели Останкино. Я всегда мечтал стать телеведущим, журналистом. А хочу поступить в университет. А я с детства был в коллективе «Ангелы надежды». Танцевал, пел. Этот коллектив мне помог найти в себе то, что даже словами невозможно сказать. Ну, в этом коллективе есть семья. А в этом коллективе ты никогда не останешься один. Тебя всегда поддержат. С тобой всегда будут те ребята, с которыми ты общаешься. Мы всегда поддерживаем других ребят. Мы ездим по разным городам. Самый лучший тур, который мы ездили, был, наверное, Болгария. Там было очень весело. Вот. И, наверное, на этом все. С вами был Марат Файзулин. Всего доброго. Вот и подошел к концу наш замечательный, чудесный вечер. Вечер, который был посвящен мастер-классу школы Останкино Ольги Спиркиной. Мы для себя узнали, открыли очень много нового, интересного. И наш уникальный творческий коллектив «Ангелы надежды» были очень рады посетить стены вашей школы. Спасибо вам огромное, огромное-огромное от всех нас. Мы очень будем надеяться на дальнейшее сотрудничество. Мы будем с друг другом обмениваться опытом. Я надеюсь, что вам тоже понравились наши дети. Дети очень интересные, очень талантливые и очень уникальные.
И те моменты, которые они сегодня почерпнули в роли телеведущих, я думаю, что это сыграет очень важную роль в их жизни. Спасибо огромное. До скорой встречи.